прям действительно чуть не подрался с судьей. Достойно настоящего советского турнира. Он сказал, типа, ты что мне сказал? В общем, мы разняли, но было весело. Я считаю, что с тем же успехом можно было поставить барабан в поле чудес Якубовича, чтобы он всем выдавал баллы, плюшки, подарки, там, гостинцы, приглашал родственников, потому что в этом хотя бы будет больше логики, чем в том, что происходит на ковре. Судейство надо также заниматься, как и борьбой. Спортсмен развивается, тренируется, тратит на это время, силы, деньги, также и судьи. Должны тратить свое время для того, чтобы учиться. И тогда было бы все отлично у нас. Да, да, дайте ему 2 балла, раз он так кричит. И все нормально будет. Схема работает, мы видели.